В Германии накануне парламентских выборов лидеры партии пытаются привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей. Канцлер Ангела Меркель, которая уходит из политики по истечении своих полномочий, поддержала кандидатуру Армина Лашета на пост главы правительства от ХДС ХСС. Выступая в Ахене, родном городе своего потенциального преемника, Меркель обратилась к Лашету. «Скажите избирателям, что речь идет об их будущем, о будущем их детей и родителей». И только раз в 4 года у вас есть возможность решить на федеральном уровне, кто будет создавать это будущее для вас в Берлине. Вот почему я говорю, голосуйте за Христианско-демократический союз, голосуйте за Армина Лашета, чтобы он стал канцлером ФРГ. Большое вам спасибо и всего наилучшего. Лашет, в свою очередь, говорил о приверженности европейскому проекту. Несмотря на все проблемы, все противоречия, это крупнейший проект после Второй мировой войны. Существование Европейского Союза становится все более важным в этом нестабильном мире. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы сохранить это наследие. Это наша миссия. Парламентские выборы состоятся 26 сентября. Согласно последним опросам с минимальным преимуществом, в рейтинге популярности лидирует социально-демократическая партия Германии с ее кандидатом Олафом Шольцем. За ней следует консервативный блок ХДС ХСС с Армином Лашетом.